Ну чё, как она? Вот так вот, ебать, мых! Вот так вот, мых! Плюс 10. Да, вообще. Это эталонная игра в защите. Это была лучшая игра в защите Атлетикс? Это была лучшая игра в нападении в жизни, мне кажется, у Индианы. Ну, то есть, из и в прошлом, твоя, и в будущем. И твоя, да? 3 очка. 3 очка, нормально. Бля, как мых, а? Вот так вот. Ну что, нормальная команда делала? Без комментариев, реально. Короче, есть такая закономерность, прямая зависимость. Чем слабее соперник, тем хуже мы играем. Ну, так всегда. Ну, да. Ну, поздравляю с победой, молодцы. Как мы их, а?